Постановки Сахатеатра увидят жители городов России и стран СНГ. В тур «Легенды Сахатеатра» входят Кыргызстан, Казахстан, Татарстан и Башкортостан. «Король Лир», «Дом Бернарда Альбы», «Сон шамана» – это не полный список спектаклей, которые актеры покажут зрителям. Репортаж из Казахстана. Заслуженные артисты, признанные мастера сцены Ефим Степанов, Аяла Мосов и Иннокентий Луковцев, талантливые актрисы Ильяна Павлова и Айталина Лавернова рассказали о Сахатеатре и специфике якутских спектаклей. Ключевым моментом встречи стала передача дорогих для Сахатеатра книг фонд библиотеки Академии искусств, таких как «Пешком к Станиславскому» и «Антология Сахатеатра». Собравшиеся также обсудили вопросы культурного обмена. Нам надо кое-что перенять у вас. Как вы сохранили совобытность своего театра? И мы найдем путь к раскрытию через призму взглядов тюркского народа. Вечером того же дня в Театре юного зрителя имени Мусрепова состоялся легендарный спектакль Сахатеатра «Желанный берег мой» по мотивам Чингиза Айтматова. Подготовка творческого коллектива, нанесение грима и вот оно – торжественное открытие первого спектакля в Алматы в рамках евразийского турне. В течение двух дней жители и гости южной столицы Казахстана заполняли зрительский зал полностью, а в завершении спектаклей они провожали артистов аплодисментами и овациями. Мы сегодня вот закончили наши гастроли в городе Алмата. Очень здорово, так тепло встретили и так и провожают. Говорят, еще останьтесь на 2-3 дня. Они хотят нашу полную программу посмотреть, но у нас времени все распределено, и завтра едем в Астану. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Алматы, Казахстан.